Жди. Ребят, вроде все тихо. Всем привет, друзья. С вами канал Топи. И мы сегодня вдвоем с Димой вернулись вот в это загадочное место. Вы все помните, что происходило здесь в прошлом ролике. Обязательно посмотрите, если кто-то не видел. Здесь реально что-то есть. Мы сегодня специально вернулись, и я хотел вообще один пойти. Но мы посовещались и приняли решение, что одному идти сюда не то, что страшно, но и опасно. Найти надо это место, и это непросто. Было принято решение идти вместе. Да, мы тут снимали зимой, еще снег лежал, было как-то попроще. Сейчас тут все заросло, мы еле нашли этот дом. Да, тут звуки. Дом живет своей жизнью, поэтому иногда что-то слышится. Мы пока тут стояли, ребят, были какие-то звуки, мы даже слышали, как будто бы кто-то зашел. Не то, что зашел даже, а наступил на порог, шаг, и все. Сейчас у нас время 00:12, и мы не будем затягивать. Самолеты, кстати, летают. Не будем затягивать, мы начнем сейчас быстренько снимать. Поэтому, ребят, досмотрите обязательно этот ролик до конца, потому что мы очень стараемся, и для нас ваша поддержка — это очень важно, потому что все-таки очень много сил уходит на то, чтобы такой контент снимать. Сейчас мы посидим в полной темноте, в полной тишине, и послушаем, будет ли что-то происходить.
Ребят, короче, тут начала происходить фигня. Мы тут уже час где-то. Я вспомнил прошлый раз, насколько это было не по себе. Что тут? Обычный дом заброшенный, да? Даже не кладбище, ничего рядом нету. Салют кто-то пускает. Mm. Интересно. Так, камера там стоит. Может быть, она что-то зафиксирует. Мы сейчас с Димоном решили записать Sense GF с помощью Spiritbox. Это такой прибор. Многие спрашивают. Это не приложение, ребят. Это прибор. Сейчас мы еще раз проверим камеры и начнем. Пойдем, Димон, глянем. Так, подожди. Мы же камеру поставили на... А что она выключилась? Не горит. Так, ребята, вы сейчас слышите только звук с петлички. Так, ребят, оно в первый раз так вырубилось. Сейчас включу. Странно. Уже начались странности. Так, запись пошла. Так, нормально. Все, пойдем. Фух, ребята, обстановочка, конечно, так себе. Фух, так. Сейчас я достану Spiritbox, и мы начнем сеанс КФ. Это прибор, это не приложение. Spiritbox называется. Сейчас мы его включим. Это прибор, это не приложение, Spiritbox называется. Сейчас мы включим. Я не понял.
что-то упало. Но там не то, что упало. А чё с камерой? Камера. Работает она вообще? Да. Офигеть, ребят. Мы даже сеанс ГФ не начали. Уже какая-то фигня. Да ну нафиг. Это вообще какой-то проклятый. А что упало? Не знаю, может быть. Надо посмотреть по камере. Ребят. Мы не посмотрим, она вниз он смотрит. Камера. Короче, друзья. Нам очень это не нравится. Ну, в принципе, мы за этим сюда и приехали, но... Мы остаемся здесь до последнего. Пойдем писать сеанс КФ. Я включаю спиритбокс и делаю его потише. Мы хотим связаться с душами этого места. Нам может кто-нибудь ответить? Души, скажите, что здесь происходит? Мы вас потревожили? Нет. Скажите, кто находится в данном месте? Скажите, вы нас видите или вы нас слышите? Вы можете что-нибудь сделать? Удар или что-нибудь бросить? Души этого места. Если у вас есть возможность взаимодействовать с поверхностями или предметами в этом доме, вы сможете это сделать? Проявите себя. Скажите, у меня дома, я сейчас чувствую запах мази «Звездочка». Это вы ко мне приходите? Нет. Души, которые находятся в этом здании. Вы постоянно здесь или вы приходите с нами? Почему вы постоянно говорите «хватит»? Мы вас беспокоим этим? Стыдно. Вы можете сейчас как-то взаимодействовать с нами? Как будто... я такого никогда не чувствовал. Нет, ну... Блин, сейчас я слова приобрету. Я обосрался сейчас, по-моему. Фух, Димон. Что было? Короче, было вот так. Вот, ну, блядь. Сзади, как будто вот, кто-то кладет тебе руку, я прям почувствовал тяжесть. То есть это не какая-то легкая ручка маленькая, там прозрачная, ну, как вот, прям тебе кто-то кладет, ну, на плечо, здесь никого нет. Короче, ребят, там были ответы «хватит». Я в последнее время убеждаюсь, что им не нравится, когда ты с ними выходишь на связь. Сейчас мы попробуем
кое-что сделать. Смотрите. Мы сейчас попробуем нейросеть здесь. Как выглядит призрак? Покажи себя. Что появилось? Ты знаешь, на что это похоже, Димон? Ну-ка поближе. Вот, ребята, на глазах картинка появляется. Ты знаешь, на что это похоже? Мы сейчас находимся в заброшке, где такой же хлам вокруг. Типа, как будто это кто-то смотрит на это, да? Блин, ты понимаешь? Это похоже на ту обстановку, которая здесь сейчас. Смотри, как будто стулья, вещи какие-то валяются. Так вокруг нас то же самое. Угу. Понимаешь? Как это, блин, вообще? Вот, ребят, она сгенерировала картинку только что. Вот видите, она двигается. То есть, ну, не придумаешь. Все, и пропало. Да. Кстати, Димон, ты заметил, что сейчас прям тихо стало? Да. Слушают, как будто смотрят, я не знаю. Вы можете себя проявить? Картинка меня прям удивила. Угу. Ты прикинь, ну, вот она похоже, прям да, показала, вот что вокруг. Как будто матрас свернут. Да, да. Вот, ребят, смотрите. Я сейчас поверну камеру. Это было похоже вот на это. Сейчас. Вот на что это было похоже. А как она вообще это все... Как это работает? Нам показали, что кто-то это видит. Вот. Да. Очень интересно, конечно. Вы... Слышал? Угу. Вы можете показать еще что-нибудь? Покажите себя, кто здесь? Тот, кто кидает предметы в этом помещении. Покажи себя. Призрак или душа? Кем ты там являешься? Покажи себя в этом приложении. Не хочет, зараза. Такой шумный был несколько минут назад. Это что сейчас было? Ё-моё. Это дверь? Блин, почему у нас нет еще камеры, что снимала со спины? Есть предложение? Давай пройдем сейчас по... всему этажу. Давай. Если начнут рисовать картинку, мы это увидим. Ну, пойдем, Димон. Стоп. Ха, подожди. Барабанный. А почему он показывает только какую-то мебель, блин? Да, ребят, я не перестаю удивляться. Камера пишет. Это, кстати, инфракрасные лучи от камеры. Там на самом деле все темно. То есть, если мы выключим найтшот, видите, ничего не видно. Лампочки горят. А так освещается. Есть. Есть. Опять какой-то банкетный зал. Банкетный зал, да? Нет. А там как будто гроб ставили. Кстати, ну-ка.
Не, ближе не могу. Хочешь, я вот это? Не, он этот, фокус. Глянь, и главное, окна завешены черными... Окна или зеркала, да. Тканями. Какие-то как столы. Что будем делать, Дим? Оставь... Во, медали какие-то. Медали с лицами. Офигеть. Что это такое? Он, кстати, камера определяет лица. И что это означает? Прикинь, может быть, это именно показано. А, кстати, да, душу. Может, они так пытаются показать. Сейчас подождем. Ты это слышал? Да. Это что, да? Как будто кто-то по крыше пробежал. Ага. Димон, тут все шатается. Да, что-то я как-то это переборщил. Дим, надо отсюда валить. Мы здесь. Блин, кстати. Конца, ребят. Будь осторожен, Димон. Не дай бог сейчас оно развалится. Есть такое дело. Рюкзаки возьмем сразу? Да, давай. Что за карта, как думаешь? Не знаю, но подниматься не советую. Давай, любую карту назови, ты их предположи. Буба. Чего именно? Дама. Дама Буби. Я ставлю на шестерку. Подожди, не руками, возьми что-нибудь. Я ставлю на шестерку 3. Буби, ну валет. Почти, рядышком ходил. Все. Да вроде да, Димон. Кстати, многие написали, что веревки не было. Я обратил внимание в том ролике. Но она, видите, висит. Она висит, но она, по-моему, по-другому как-то висела. Да вроде нет. Ну ладно, посмотрим. Так, ребят. Мы потихонечку уходим. Мы тут провели довольно много времени, но уже все как-то подстихло. Надо уходить. Скамейка. Фокус пропал. Блин, Димон, только что за... Сзади меня шаги были. Фух, блин. Тут так заросло все, ребят, смотрите. Капец. Охренеть, ребят. Вы посмотрите, какой он огромный по сравнению с Димоном. Точно не борщевик? Да.